Меня зовут Панкратова Екатерина, и на конкурсе «Дива Евразии» я представила два проекта. «Best Russia Guide» — это клуб путешественников по России, и коломенские топ-3 поводов поехать в Коломну. Это разные проекты, и я очень рада, что именно разные проекты заняли второе и третье место в этом великолепном конкурсе. Я впервые принимаю участие, очень волновалась, но на самом деле зря, потому что это команда, которая организовывала этот конкурс, это мероприятие, стали нам родной семьей. На самом деле было очень приятно принять участие, приехать также во Владивосток, совместить приятное с полезным, потому что мы влюбились в Приморский край. Мы дополнили, конечно, путешествие, посмотрели чуть побольше, чем было заявлено, но поняли, что надо сюда обязательно вернуться. Благодарим организаторов, все было великолепно.